Может быть, коли осиновые сделаем? Не то. Нам нужно что-то новое, оригинальное. Но мне что-то в голову ничего не идет. Мне тоже. Слушай, а давай фильмы про нечисть посмотрим? Там часто что-то оригинальное придумывают. Да мы сейчас полдня будем нормальный фильм искать. Зачем? Да вот, зацени. У меня есть доступ к Яндекс.Плюсу. А в нем есть Кинопоиск HD. Это онлайн кинотеатр, и тут тысячи сериалов и фильмов. А самое клевое, что тут есть готовые подборки. Вот, например, смотри, ужасы. О, болотная тварь. Ну вот, 5 секунд и нашел годный фильм. А что еще тут есть? А если у тебя есть доступ к Яндекс.Плюсу, то можно еще слушать миллионы треков на Яндекс.Музыке. А еще ты английский хотел учить. Ну вот, просто включаешь английский перевод с субтитрами и смотришь фильмы в оригинале на Кинопоиск HD. Круто. Давай на телеке тогда посмотрим. Это можно? Да, можно смотреть на смарт-ТВ, только у нас с тобой телека нет. А еще и времени нет. Нам нужно уже на заказ скоро ехать. А для тебя, дорогой зритель, у нас подарок. Промокод NUKEMHD на 60 дней доступа к плюсу. Он действует только для новых пользователей. И советую активировать его прямо сейчас, а то завтра, возможно, уже будет поздно. Ссылка на активацию в описании. Не упусти возможность. Что это? А это специальные очки. И что они показывают? А это секрет. Как раз подсмотрел идею в одном фильме. Я возьму? Бери, конечно. О, для тебя сделал. Только давай поторопись. Мы не должны опоздать на задание. Да, точно, задание. Так, ты за рулем. Я за рулем. Все. Погнали. Так, запускаем движок. Поехали. Офигеть. Заказ из психушки. Дожили, блин. Ой, да. Пипец. Ну, ничего. И, как говорится, деньги не пахнут, так что будем выполнять заказ. Ну, блин, так. Это дурка, ё-моё, там же психи. Кстати, чё нам никто не открывает? А вот непонятно. Тук-тук-тук! Блин, сейчас есть, можешь позвонить. Тут? У тебя номер есть, позвони, вот, пожалуйста. Вот там идёт врач, идёт, вон. Где? Видишь? А? Вон, смотри. Ух, давай туда заезжать не будем, а то всякие психи, блин, поцарапают. Сейчас я лучше перепаркую. Давай, а то от греха подальше, как говорится. Здрасте. Здрасте. Добрый день. Слушайте, специалисты, да? Да, мы специалисты, а вы нас вызывали? Да, это я вас вызывал. Пожалуйста, вы сможете помочь нашей больнице всей, пожалуйста? Мы для этого здесь и есть. Конечно, мы поможем, только сначала вы все объясните, только пойдемте уже, а то уже поздно, надо быстрее уже идти на место. Хорошо. Ух ты, красиво у вас здесь, конечно, ничего не скажешь. Да, большой двор. А у вас, ну, опасно? Просто мы маленько нервничаем, там, психи, все дела, никогда дела не имели. Вы не бойтесь, у нас это, как бы сказать, не кусаются больные. Хотя, в принципе, если пальцы совать не будете, то точно не кусаются. Обнадежили, да, Миха? Да уж, это вот. Точно. Это вот эти, что ли? Мих, смотри, как в зоопарке. Да, это. Отстучаться так. Даже. Андрей, пропустите нас. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Валили. Здравствуйте. Так. Давайте пройдем на кухню. Ой, ё-моё, смотри, тут какой-то в мотоциклетном шлеме. Долбанулся головой об стену. Ха-ха. Чё с ним? Да внимания не обращайте, он башкой о стену бьется. А, это у вас типа индивидуальный подход? Рассчитан. Ну ладно, давайте, ближе к делу, время, деньги. Да. Это столовая, я так понимаю. Давайте, присядем. Что у вас случилось? Почему вы нас вызвали? Смотрите. У нас за последний месяц произошли 2 смерти сотрудников. Хотя люди крепкие и здоровые. Сотрудников? Да. Это что, это психи их что ли убили? Психи что ли напали? Не. У них произошел сердечный приступ. Испугались? Хотя они были здоровые и многое пережили. Так, и что сказала полиция? Полиция сказала, что это не их дело, они умерли естественно и разбираться мы в этом не будем. Ну, как всегда. Ну, вроде как логично полиция ответила, почему вы подумали, что именно мы вам можем помочь? Как бы нам нужно знать, какие-то улики, может быть? Но проблема не только в этом. У нас пациенты стали какие-то зашуганные, но нам они не говорят, почему они стали такими. Так, и вы подозреваете, что тут дело нечисто. Да. Ладно, но вы понимаете, да, что мы работаем не бесплатно, как бы у нас предоплата 50 тысяч. Хорошо. Сможете на телефон перевести? Да, сейчас переведу. Так. Хорошо, давайте переводите, мы тогда пока начнем осмотр. Вы могли бы нам какую-нибудь экскурсию тут устроить? Да, это очень нужно для нашего дела.
понять, где что находится. Пройдем. Так, ну для начала давайте все проверим нашим старым дедовским способом. Это там движение. А, вы бы не могли попросить всех это постоять на месте, не двигаться, а то он засекает прям вообще целую толпу. Это будет бесполезно, скажу вам честно. Почему? Психи никого не слушают, даже врачей. А их нельзя, там, не знаю, таблетку им дать, да, Михая? Да, успокоительное какое-нибудь. Очень много времени, очень Ну много. Да, каждого привязывать заморочимся, блин. Но он показывает всех, кто двигается, поэтому он бесполезен. Ладно, визуальный осмотр тоже очень важен. Важная часть процесса, так что давайте вы нам небольшую экскурсию проведете. Давайте, давайте. Пройдемте за мной. Что-то все смотри. Разбежались, психи куда-то. Привет, привет! Вот тут у нас камеры наших больных. Да. Вот тут они у нас живут. Здрасте, здрасте, здрасте. Добрый вечер. А вы меня что, боитесь, что ли? Я не злой, я не кусаюсь. Я же говорю, они стали зашуганными какими-то. Ой, ладно. Странно. Ну, конечно, за исключением тех, что бьются шлемом о стены, да? Кстати, где он? Здравствуй. Ну, ему ничего не мешает в этой жизни. Так, ну у всех. Есть окошки. Мы, наверное, не будем к каждому заходить. Ну смотри, он заперся, нифига себе. Так, хорошо, ну каждому, да. Вон там мы проводим успокоение. Заходить смысла нету. Ого, типа таблетки даете? Да. Ну гнилоплазмы, Миха, я не вижу, никаких следов нежити вообще, ноль. Да, дело, видимо, здесь совсем не в этом. Нужно детальный осмотр сделать. Скажите, а это что за зона рекреации? Ага. Это зона отдыха. Нифига себе, зал досуга. Так, и опять решетки. Да, даже тут можно писать. Опять решетки. Понятно. А это что такое? Можно зайти? Понятно, что они пишут. Это туалета. Ну, заходите. Какие-то каракули пишут. Так, ну ничего, что-то необычного не замечаю. Ну чё, Мих, самое время надеть твои очки замечательные. Не, давай это, не надо сейчас их надевать. Да что значит нет? Потому что дело в том, что они могут боком нам выйти. О, какие сюрпризы. Вот не мог объяснить полосу. Ладно, хорошо, не говори, как хочешь. Вы не можете нам ничем помочь? Да не, подождите. Мы просто иногда ругаемся, это в порядке вещей. Мы только начали. Знаете что, нам нужно всех осмотреть. Ладно, не всех, хотя бы самых-самых таких более-менее активных. Можете их собрать где-нибудь в столовой или в этом зале? Хорошо, мы постараемся. Хорошо, давайте. Вот здесь много места. Да. Вроде мы в столовой соберем. Окей, в столовой так в столовой. Ну, там столы проще будет двигать, чем здесь, вот эти вот диваны. А, ладно, попросим. Так, это тупик. Главврач, подвиньте столы там тоже. Хорошо. Кстати, ты заметил, что многие палаты, они пустые, и пациентов явно меньше, чем коек. Ну, я думаю, это к делу не относится. Может быть, просто выселили них? Выселили? Это что, общага, что ли? Ну, их могут вылечить. Так, проходим, молодые люди, проходим. Вас позвали всех в столовую. Здрасте. Очень ждем вас в столовой. Кушац. Бегают, а я не могу понять, они какие-то... перевозбужденные или напуганные. Всех я не разбираюсь. Похоже на то, что больше напуганные. Как-то все нас видят и убегают от нас. Нас что, не слышали, что ли? Ну ладно, давай, в принципе, за 50к можно и столы подвигать самим, я думаю. Давай. Проходим, молодой человек. Кусается, что ли? Да. Так, ну сколько еще осталось? Ну это все, кто может ходить. Ага, отлично. Так, ну не так уж и много их, если честно. Молодые люди, нам хватит. Минуточку внимания. Сейчас мы проведем небольшой сеанс литературы. Свечки готов? Готов. Ставить. Рука. Давай, ставь. Так, это для атмосферы. Не Вы, бойтесь. Пожалуйста, не смущайтесь. Так надо. Для атмосферы, чтобы все было красиво. Так, вот здесь щель осталась, Миха. Так, где? Здесь и там. Ну здесь. Да, ну, господи, ну пройти же можно, Миха. Ты хочешь максимальный эффект, что ли? Максимальный эффект. Ну что, мы... Просто так, что ли, тут собрались? Ух, ладно. Все, закрыто. Так, я читаю, ты следишь максимально внимательно за каждым, понятно? Хорошо, за каждым. Отче наш, спаси нас, многим содержим напасти, к тебе прибегаю, спасение искей. О, мать и слово и дева, тяжких и лютых меня спаси, Пресвятой Отец, спаси нас. Беса всякого до силы нечистую, мрак несущих до скверну, изгони да яви на свет во мщение твое. О, смотри! Офигеть! Чёрт возьми, пушки доставай! Офигеть! И заметь, не все!
Да уж. Что да, с ними случилось? Да. Что это было? Что, а что? Таблетки, блин, забыли принять. Демоны в них вселились, вот что. Какие демоны? Слушайте, вы нам что-то не договариваете. Никита. Подожди. Мы вам все рассказали, честно. Демоны просто так ни в кого не вселяются. У них должен быть перевалочный пункт и место, где они отсиживаются. Что вы нам не показали, а? Мы все вам показали. Все комнаты. Их, ну я не знаю, но у них... Я думаю, что пора очки надевать уже, которые ты это взял. Пора? Я тебе дал. Да. Ты же говорил, что они может навредить нам, это надевание очков. Сейчас уже другого выхода нет. Ладно, мне два раза предлагать не надо. Точно, да, надевать? Окей, надеваем. Надевай. Ух ты! Круто, только подожди, а что я должен увидеть? Что я нифига не вижу. А, что ты должен увидеть? Ты скоро узнаешь, что ты должен увидеть. Я ничего не вижу, какие-то отметки. Ну смотри внимательнее. Ой! Везде. Там что-то показывается за стеной. Какие-то сигналы. Чё? Чё-то есть? Работают? Подожди, на улице что ли? Работают очки. Отлично. Работают. И ничего плохого не случилось. Отлично. Так. Что такое у вас там? Почему коридор в правую сторону короче, чем в левую? Туда идти явно дольше, а здание симметричное. А интересно. Я же говорил, что-то не договариваете. Интересно, ты заметил? Я не знаю, честно. Что вы вспомнили? Когда-то там было еще одно крыло психбольницы, закрытое крыло для самых буйных, и вы молчали, блин, вызвали охотников на нежить, и про самое интересное же, конечно, умолчали. Основную информацию нам не поведали, но вы даете. Блин, там как-то дохрена всего, что-то как-то маленько стремновато. Ладно, мы сейчас получше подготовимся, и... Ой, ну я сегодня зарядил полностью свой бластер. Стенку придется снести, уж простите, а вам лучше спрятаться вон в той стороне крыла, хорошо? И запритесь хорошо, там хорошо. Хорошенько. Все, давайте. Хорошо. Пойдем их готовиться. Пойдем. А выпустите, пожалуйста. Все, мы готовы. Запускайте. Фух. Почему не в палате? Аккуратно. Блин, кто его оставил? Не выходи из палаты. Ё-моё. Так, ну что, вперед. Давай, я буду наготове, как обычно. Ё-моё, я как обычно не догадываюсь проверять сканером самые такие пустые углы, потому что, ну гляди, тут темнота явно. Да, стена не может просто Ладно. Быть стеной. На счет три. Ломаем эту штуку и заходим. Раз, два, три! Пойдем! Так, сейчас я тут освещение немного добавлю. Тихо! Подожди, отойди! Что там? Какая жесть тут! Чего не вижу? Тут вообще... Тихо! Освещение есть какое-то хоть? Блин... Тут давно никого не было, видимо. Что так, со мной? Дотащил тебя до сюда. Я уже здесь? Чувствуешь нормально себя? Да. А, ты поставил защиту? Да, да, стоп, чтобы друзья. Не вышло. А где очки? А где очки? Очки... Блин, там такая ситуация была, то что тебя что-то толкнуло или кинуло в тебя что-то, и они вылетели у тебя с головы. В смысле что-то? Такая хрень, ты что, не видел что ли? Нет, я же говорю, освещение делал пока. Ё-моё, я долго сейчас спать не могу, я не смогу. А, или подожди, а может эту фигню у него не видно без очков? Подожди, там очень как-то странно было. Я не видел там никаких сигналов, которых видел за стены, ничего не видел. Ну, очки работают очень странным образом. А потом как выскочило? Так, блин, а как мы тогда охотиться на них будем? Ну, если их не видно. Блин, я допёр, короче, кто это. Это скрамеры. Чего? Скамеры? Скрамеры! Это демоны такие. Ладно, я знаю один обряд, вот я его и проведу. Так, ну давай. Сейчас подожди, нарисую пентаграмму специальную. А, ты рисовать умеешь? Так, финальный штришок. Все, дорисовал. Слышал? Отлично. Сработало, походу. Конечно, сработало. Ух. И что теперь? Теперь эта пентаграмма даст нам возможность видеть их и прикончить. Ха-ха-ха. Тогда давай не будем откладывать. Погнали. Ну, сейчас я вам отомщу. Давай, поехали. Так, давай, пойдем налево сначала. Или лучше направо. Давай направо. В любую сторону. А им все равно не выйти. Тут свеча стоит. Ну, где вы? Выходите. А, вот. Мочи. Гаси их. О, фига. Отлично.
отлично завалили. Ха-ха, когда их видно, уже не так страшно. Бедных больных мучают, вот так, давай дальше. О, фигачим. Нифига себе, это что такое? Могила? Ага. Чего? Да. Ай, фига, что? Мочи. Блин, только не по мне же. Ай, мне в ногу попал. Тебя это не должно травмировать. Еще один, еще один. Фигач. Отлично. Так, дальше. Целое полчище было. Ой, подожди, что это? Сейчас я поставлю здесь освещение. Смотри! Где? Черепа! Ни хрена себе! Ё-моё! Гляди, да тут куча трупов, скелеты, они повешенные! Какого хрена? Что это все тут делает? Фига, Миха! Еще один! Миха, мочи! Я не вижу там никого! Да как тараканы! А, вот он вышел! Поймал? Вот он здесь! Да, отлично! Да как ты... Как ты их у... А, в щелях, что ли, прячутся? Так, идем дальше. Да, вылезают из всяких сторон. Так, освещение, главное, ставлю. Так, пусто. А! Господи, мочи, давай! Фух, изгнали. И тут сзади. Свеженький. Так, давай, получай. И... Опа! Хорош. Фух. Так. Ну, походу, это был последний. Ну, это очень странное, видимо, странное место. Офигеть. Да что странного-то? Все как раз-таки логично. Тут была какая-то явная дичь, и вот что с этим стало. Куча демонов неупокоенных. Да, ну почему это все не убрали отсюда? Почему это оставили? Пойдем к начальству убирать, будут точно они, а не мы. Мы все-таки как бы охотники на нечисть, а не уборщики, да? Свою работу мы сделали, последний, мочи. Еще один! Все, мы закончили. Работа готова. Хорошо, молодцы. Ух, в общем, там у вас куча неупокоенных тел. И, соответственно, куча демонов было. Чего? Мы этот осиный улей разворошили. Все, теперь вас ничего беспокоить не будет. Мы все уничтожили. Все зачистили. Там, в общем, куча мусора. С телами мы разберемся. Но вот вам нужны специалисты по клинингу, да. С вас 50 тысяч еще. Хорошо. Ну, может, поменьше как-то. В смысле меньше? Вы что, хотите сами, что ли, от тела избавляться? Ну, можно, все, конечно. Хорошо. 50 так 50. Другое дело. Все, спасибо, ага. Завтра приедем. Всего доброго. Офигеть! 50 тысяч мы заплатили, что ли? Сотка за день! Это круто, блин, я люблю эту работу. Это лучший просто день сегодня у нас. Конечно, не высыпаемся. Сколько всего сможем купить? Офигеть! Разумеется, похороним там всех по первому разряду. Ты согласен? Я думаю, они этого заслужили, хоть и психи. Согласен. Никита. Чего? Смотри туда. Где? Бу! Блин! Миха! Все, работа кончилась уже! Я не засну теперь! Всегда надо наготове быть, охотник. Поехали! Поехали!